Саня, а что тут ты уже... Ну, ёлочкой. Ну, понятно, а ты делай так, чтобы не наступал. Умница, давай еще. Умница! Наверх давай. Поняла? Хороший ракурс, мама. Хороший ракурс. А как ты будешь забираться? Да на попу упадешь, давай! Как ваши впечатления, молодочек? Первое впечатление... Да, корпус, прикладываем... Молодочек, как ваши впечатления? Инструктора не хотите за 100 рублей? За 100 рублей. Поржать именно, чисто проорать! Проорать на 100 рублей, давайте, мужчина! Переносим центр тяжести! Ножички подгибаем, что вы как на циркулях? Подгибаем, подгибаем ножички, да! Отлично, пошли в разгон. Пошли, 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 пошли. Отлично. Вообще огонь. Погнали попой, крутим. Для первого спуска ничего. Ножки подгибаем, подгибаем. Мы снимаем, по-моему, с горнолыжного курорта Швейцарии. Бежит горнолыжник с таким лицом уверенным. Аккуратно, аккуратно. У нас сейчас будет падение. У нас будет падение. Есть, мы засняли факт падения мужчины. Мужчина, все хорошо, вы не поломались? Нет, отлично, мы сделаем это на ютубе. Скажите, что все хорошо, покажите пальцем, отлично. Мы не будем вызывать 911. Поднимаемся. Мы снимаем подъем этого мужчины. Да, ноги запутались. Но по инструкциям горнолыжного спорта никто не имеет права помогать горнолыжнику вставать. Он должен вставать сам. Сейчас мы на это посмотрим. Да, одна нога запуталась со второй ногой. Но вы знаете, для того, чтобы понять смысл горнолыжного курорта, мы должны распутать ноги. Мы берем крупным планом ноги. Смотрите, это ноги человека, запутавшегося в лыжах. Он не знает, что шевелить. Да, бывает. Но инстинкт выживания его спасает. Он сейчас поднимется. Он устал, да. Заканчивается шестой час подъема лыжника. Он не может сосредоточиться. Ну, поверните. Так, выворачиваем ногу, мужчина. В смысле? Ну да, правую как-то скрутил, вот так очень реально. Никита, снимай, не останавливайся, только показывай. Без печа закопчил его. На, Саша, снимай. Обязательно. Покажи, как правильно. Ну, и... У горного лыжника сняли лыжу. И теперь одевают. Да. Сзади мама. Это редкий случай. Мама. Говоришь, что сзади мама, вон, видишь? Маму снимай. Видите? Видишь, маму скажи. Маму видишь? Маму видите? Розовенькая пупончик стоит. Не то, что справа, то, что прямо. О, ого. Это справа. Смотри, маму снимай. Да, говори, да. Человек, они стали нам на ноги. Вы в порядке? Да, блин, палец забился. Плохому танцору мешают лыжи. Переходим к девушке в розовом купальнике. Девушка, мы засняли ваш поворот.
Никита, с Олегом, давайте за обувью. Бегом! Никит! Отлично! Отлично, отлично! Давай, мы сейчас выйдем как раз там, где ты гуешь. Девушка, дайте интервью. Как ваша первая тренировка сегодня на лыжах? Вам понравилось? Да. Вы научились попой дергать? Да, да. Да, покажите ваши лыжи. Вот ваши лыжи, вот наша лыжница. Она идет сегодня, это видео будет на ютубе. И мы разместим и скажем, мы катались на лыжах. Да. Вам понравилось? Да, очень. Переходим к мастеру спорта по лыжам. Так, аккуратно отбирать люди, ты смотри. Ух. Ну что? Да нормально, просто Никита, скажи, что он под ноги, блин. Кто? Бросается. Да Никита. Никита. Он вот так вот под ноги. Да ты не бойся, ты Никита, переедешь, меньше бросаться будет, давай. Остановишься, давай. Не прыгай, Саша, под ноги. Сборная Советского Союза сегодня подкреплена Сашей Осиповым. Он выходит на трассу. Отлично. Сосредоточенное лицо. Сгибаем ноги. Ноги сгибаем. Саня, ноги попу. Отличный поворот. Осталось 20 метров до смертоносного спуска. Он уже видит. Он уже видит эту высоту. И мы снимаем его лицо. Да, ему еще не страшно. Он еще... Запах нормальный, пахнет природой. Можно, там подъемник у нас, брат. Лучше как? Тогда там. Ну спускайся вон туда, иди. Горный флешный, давай! Горный флешный! Доехали! Только поехали, Саня? Уйди от Сани, от лыж. Да не бойся, ты упадешь, так упадешь. Господи, Саня, что ты боишься упасть? Ногу уйдет, он сразу выгинает. Как правильно падает он уже? Назад на попу садишься и все. Нет, да. Упал, на попу садишься и не отстрелятся у тебя. Ну я точно так же съехал с горки. По-моему, это как раз для быстрого спуска, да? Вот эти вот или как? Да нормальные лыжи, нормально они спускаются. Давай. Ну давай, Сань, уже место закончится, но мы не увидим самого интересного. Да ничего там крутого нет, уже ты боишься спуститься. Ты же 20, сколько тебе лет? 8. Натаха сегодня первый раз поехала, Никита поехал, взял и поехал. А где более пологий спуск? Ну сейчас за Натаха. Она едет? Ну дай ей палки, тогда она вниз съедет. И возьмет эту подъемник, а ты наверх пойдешь. Он боится съезжать. Она уже научилась. На один подъемник, да? Там на один, там 6 рублей только есть. Все. На Сашу подъемник, ну, люди, сколько, скажи, я
Вон, видишь, как вот падают? Ну, падают, так падают. Ну как я еду? Папа. Кто лучше всех катался на лыжах? Я. А Сашу. Кто лучше всех катался на лыжах? Я. Дядя Андрей. Молодец. Папа, а подъемник Саша выдержит? Ну так что мы решаем? Кто спускается? Дядюшки и Палкин. Саша, стоп, отстегивайся, поднимайся наверх, пешком вот этой горки. И вот с этой же мотором спускайся, вот это лучше. А, ты все забрал? Так давай я буду нести, за что. Ну ладно, так теплее. Санек, тебе советую, вот как я сейчас делала. Вот берешь, отстегиваешь лыжи. Давай еще по небольшой. Тогда палки отдавай ей, она поедет сейчас до конца. Ну тогда ты без палок спускаешься вниз. Почему? Эта группа 911, она была вызвана специально для спасения людей, которые, да, могут получить травмы и катаются первый раз. Сборная Советского Союза усилена Александром Осиповым, да, но он сегодня отказался спускаться, потому что сзади нету уловителей, уловителей тела. Наталья Сергеевна Ковалаева сегодня заняла первое место, так как первая, единственная, показала самые лучшие показатели от того, что ничего не могла и научилась наконец-то вертеть задом. И вот Никита Ковалаев, да, это наш самый лучший суперлыжник. Он даже не понимает, что внизу улетел с большой скорости. А это Олег Дикань, это его друг, это его напарник. Они будут кататься в парных лыжах. Сегодня все вы это увидите в интернете. Все, всем пока. До встречи.